В Актюбинской области увеличивается количество наездов на пешеходов. Накануне в областном центре произошла авария со смертельным исходом. Молодой водитель сбил семейную пару на пешеходном переходе. О деталях происшествия расскажет Анастасия Евсеева. Я нахожусь на пешеходном переходе по улице Арынова. Именно здесь 25 апреля, два дня назад, произошло ДТП со смертельным исходом. Погибла молодая семейная пара. Виновник ДТП – 19-летний парень, получивший водительские права в конце прошлого года. Водитель автомашины марки Hyundai Solaris, двигаясь по улице Арынова, нарушив правила дорожного движения, на нерегулируемом пешеходном переходе не уступил дорогу пешеходам, переходящим проезжую часть дороги, и допустил наезд на семейную пару. В результате дорожно-транспортного происшествия 27-летняя женщина от полученных травм скончалась на месте происшествия, а 29-летний супруг госпитализирован в реанимационное отделение БСМП города Актюбе, где на следующий день скончался. Установлено, что водитель получил водительское удостоверение в конце 2020 года. По данному факту проводится расследование. Виновник дорожно-транспортного происшествия взят под стражу. Данный участок действительно небезопасный. Водители в буквальном смысле игнорируют предупреждающий знак и летят на бешеной скорости. Пешеходам приходится бежать, дабы не попасть под колеса. Стражи порядка просят актюбинцев соблюдать элементарные правила дорожной безопасности. Должен всегда двигаться с такой скоростью, чтобы можно было среагировать в случае внезапного выхода пешехода на проезжую часть дороги, так как на дорогах могут находиться и дети. Перед пешеходным переходом заранее снижать скорость и всегда уступать пешеходам. Если водитель заметил притормозивший перед пешеходным переходом автомобиль в другом ряду, нужно также притормозить. Отметим, с начала текущего года на территории Актюбинской области зарегистрировано 12 ДТП на пешеходных переходах. Погибло трое, еще 13 получили серьезные телесные повреждения. Анастасия Евсеева, Арман Дусмагомбетов, телеканал «Актюбе».